الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Далее говорит пророк алейхиссалату вассалам в своих заветах: واتقي دعوة المظلوم فإنها مستجابة. Бойся мольбы несправедливо обиженного, потому что она непременно получает ответ. Как же ты притесняешь людей? Как же ты обижаешь людей несправедливо? Жену, мать, отца, ребенка, соседа, своего брата, мусульманина. Как можешь ты обижать людей? Если ты имеешь много богатства, неужели ты думаешь, что ты можешь обижать бедных? Если ты занимаешь должность, неужели ты думаешь, если ты высокопоставленный человек, ты думаешь, что ты можешь обижать тех, которые не имеют должностей, простых людей? Если ты здоровый и сильный, ты думаешь, можешь обижать слабых? Как ты можешь обижать людей своим языком, своими руками? Тот, который обижает несправедливо людей, пусть он послушает, что говорит пророк алейхиссалату вассалям. Он говорит: «Дааватуль мазлуми мустаджаба». Молитва, мольба того, кого обидели несправедливо, она получает ответ. И если человек даже грешный, это грех против него самого. Ты не имеешь права поступать несправедливо и обижать никого, о который обижает людей несправедливо, который совершает злую. Послушай, что говорит пророк алейхиссалату вассалям. «Иттакудават аль-мазлум». Бойтесь мольбы угнетенного. «Фаиннаха тухмалу аль-гамам». Потому что она, мольба угнетенного, несется облаками. «Якулю Аллах ва иззати ва джалали лансураннака ва лау ба'да хин». И Аллах говорит: клянусь величием и могуществом своим, я помогу тебе, пусть через какое-то время. То есть, тот, кого обидели несправедливо, непременно Аллах Субхана ва Тааля поможет ему против того, кто притеснил его. Пусть пройдет время какое-то. Этот человек укажется далеким, когда он обижает и не видит сразу наказания. Мы видим это далеким, но Аллах видит это близким. Послушайте, что говорит пророк алейхиссалату вассалям. Он говорит: бойся мольбы угнетенного, ибо между ней и Аллахом нет преграды. И говорит он: бойся мольбы угнетенного, потому что мольба угнетенного поднимается к небу, как искры. И говорит он: бойся мольбы угнетенного, даже если это кафир, даже если это неверный. Бойся мольбы угнетенного, не угнетай его, не притесняй несправедливо. Потому что перед его мольбой нет преграды. И говорит пророк алейхиссалату вассалям: бойся зульма, бойся несправедливости, причине несправедливости, потому что несправедливость, она обернется для тебя мраками в судный день. Ты окажешься в кромешном мраке, мрак поверх мрака в судный день. И говорит пророк алейхиссалату вассалям: поистине Аллах откладывает для беззаконника, для того, кто совершает несправедливость, откладывает ему на определенное время наказание, а потом хватает его. А когда хватает, уже не упускает. И потом прочел пророк алейхиссалату вассалям слова Аллаха Субхана ва Тааля: и так, такова была хватка твоего Господа, когда он схватил эти селения, несправедливые селения, когда они были несправедливы. Поистине, хватка Аллаха, то есть наказание Аллаха, оно болезненное, оно сильное. Не утешайся тем, что ты не получил сразу от Аллаха наказание и воздаяние, всему свой срок. Аллах Субхана ва Тааля, это еще страшно, более страшное наказание. Человеку, который обижает несправедливо других, он откладывает его на определенный момент и заманивает его дальше и дальше. Человек видит, все у него хорошо, и богатство, и благо, и он вообще потом теряет чувство реальности. Он заманивается в еще больший грех, но потом Аллах Субхана ва Тааля хватает его неожиданно, когда хватает его, уже не упускает. Как это было с этими селениями, которые сеяли землю порчу. Поэтому, даже если ты сильный, не обижай никого. Не обижай никого, потому что зульм, несправедливость, она непременно оборачивается горем и сожалением. Твои глаза могут спать, но тот, кого ты обидел, он бодрствует. Спят твои глаза, он же, человек этот, молится против тебя, просит у Аллаха наказать тебя. Спят твои глаза, но глаза Аллаха не спят. Не обижай никого. Во-первых, когда ты обидел кого-то,
если у тебя сердце не совсем еще погибло, ты не сможешь спать спокойно. А если даже ты спишь, подумай, что в этот момент тот, кого ты обидел, может быть, он сейчас встал, совершил омовение, абдест, вуду, и обратился к Аллаху Субхану ва Тааля с жалобой на тебя, к Аллаху, которому известно все сокровенное и явное, к Аллаху, от которого ничто не укроется, к тому, кто отвечает человеку, оказавшемуся в беде, отвечает на его зов, на его мольбу. Поэтому остерегайся зульма, того, чтобы причинять несправедливость, ибо это обернется для тебя мраком в судный день. Как говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Саялям алядина залябун, эйяму калибиньян калибун». И узнают те, которые совершают несправедливость, куда им предстоит вернуться. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Не думай, что Аллах не знает о том, что делают несправедливые беззаконники. Он лишь откладывает им до определенного дня, тот день, когда закатятся взоры людей». И говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Инна атадна лил валимина наран, ахата бим сурати туга». Поистине мы для несправедливых, для обидчиков приготовили огонь, стены которого охватывают их. «Ва иястагиту югасу бима инкаль мухль». Там они в аду просят воды, и им дают напиться водой, которая как расплавленный металл. Она обжигает лицо, сдирает мясо и кожу с лица, как только поднесут они к лицам эту воду. Как скверно это питье, как скверно это обитель. О, рабы Аллаха! Остерегайтесь зульма, но знайте, что самый великий зульм, самая великая несправедливость. И не говорите, зачем вы говорите об этом все время. Об этом нужно говорить всегда. Ибо пророк, алейхиссалям, говорил об этом всегда. С самого первого дня своего прихода и до последней минуты своей жизни. Самая великая несправедливость – это поклониться кому-то, кроме Аллаха, который тебя создал. Это обратиться с мольбой кому-то, кроме Аллаха. Будь то святые, будь то пророки, будь то ангелы, будь то джинны, будь то деревья, будь то камни. Аллах создал нас для того, чтобы мы поклонялись Ему одному. И самая великая несправедливость – поклониться кому-то, кроме Него. Остерегайтесь многобожия. Еще страшнее, когда люди сегодня, и это мое обращение к моему народу, и это обращение к старцам моего народа, вы должны встать на пути этой беды. Беды призыва к могилопоклонству, поклонению различным деревьям, могилам и так далее, поклонению святым. Да, праведные люди, мы любим их, мы уважаем их, мы чтим их. Мы молимся за них, обращаясь к Аллаху Субхану ва Тааля. Но мы не делаем их посредниками между собой и Аллахом Субхану ва Тааля. Ибо это ширк, ибо это тот грех, который не прощает Аллах никому и никогда. И горе нашему народу, если наш народ, впадет в этот страшный грех. Кто хочет спасения, пусть возьмет те заветы пророка, алейхиссалату вассалям, о которых мы сказали сегодня. Пусть хватится своими коренными зубами за эти наставления от него. Поклоняйся Аллаху так, как будто ты его видишь, а если ты не видишь, то он видит тебя. Считай себя в числе мертвых. И остерегайся мольбы угнетенного, несправедливо обиженного, ибо она непременно получает ответ. Мы просим Аллаха Великого, Господа Великого Престола, чтобы Он защитил всех нас от несправедливости, от несправедливых обид, от угнетения, чтобы спас всех нас от беззаконников, от притеснителей и от несправедливых. Поистине Он над каждой вещью мощен. Ва саллаллаху саллям аля набийна Мухаммад. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.